Приветствую вас на канале Red Cat. Сегодня поиграю в игру под названием «Сумрачный детский сад». Я бы сказал, что эта игра называется «Ясельки», потому что я буду очень-очень маленьким пупсиком. Ну что ж, ребят, давайте посмотрим, как быть маленьким. Ой, угу. А где это я? Ой, привет. Меня зовут Едкет. А тебя? Как тебя зовут, девочка? Привет. У тебя классные лоски. И классная кофточка. Ой, ой, куда меня понесла? А это мама моя? А, ты моя мама? Я не знаю, как выглядит моя мама. Я только недавно родился, и еще не знаю, как моя мама выглядит. А где моя мама? Странненько. Непонятно. Тут столько деток, мы будем играться с ними, наверное. Возьмите меня кто-то на лучке. Ой, ты моя мамочка, да? Привет. А где ты была? А что ты делаешь? А куда ты меня несешь? Ой, а что ты меня сюда поставила? А мне тут холодно? Не, я хочу в домик. Эй, тетя, ты не моя мама. Эй, что такое? Ты хочешь, чтобы я поигрался на площадке? Ну ладно, пойду поиграюсь на площадке, но тут что-то так холодно. Ой, и ручки мои устали, и коленки я уже натер. Все это на меня сюда принесло. Ой, а что тут делать? Мне, наверное, еще маленький тут играться. Я один, мне страшно, мне скучно. Нет, это какая-то злая тетя, это не моя мама. Мама бы меня не оставила. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Я хочу на платно, я хочу домой. Эй, эй, почему вы закрыли от меня дом? Кнопка не работает. Что случилось? Я что, тут и буду ночевать? Я буду плакать. Что это такое? Пустите меня обратно. Пустите меня, потеряли. Где моя мама? Почему она меня не забивает? Почему ее нету? Мамочка, возьми меня обратно, пожалуйста. Пустите меня, тетя. Где моя мама? Почему она меня бросила тут? Я хочу обратно. Тут какие-то тети плохие. Они меня выкинули из садика. Почему меня не пускают? Ну почему? Я что, хуже всех? Тетя, возьми меня, пожалуйста, обратно. Спасибо тебе, тетя. Ты такая добрая. А ты злая. Ты очень злая. Ты меня выкинула из садика. Мне тут было тепло, холясё. Меня взяли и вынесли. Нет, это ты злая, да? Очень злая тетка. Не хочу я к ней. Где моя мама? Ты точно не моя мама. Мама бы так себя не вела. Ой, игрушки. Я хоть поиграю. Эй, какая прикольная игрушка. Эй, ну что такое? Я вообще-то игрался. Куда ты меня несёшь? Ты кто за тетя? Ты моя мама? Ой, ты куда ты меня одела? Все это такое интересное. Куда ты меня несешь? Ой, уже утро. Ой, как светло, какое солнышко. Это же вода. Ой, я утонул. Нет. Ой, уточка, привет. Ой, как мокро моим носком. Это что такое? Это что за ванночка такая? Я еще в такой не купалась, а большой. На улице? Клево, что это такое? Как интересно. Класс, спасибо, тетя. Может, ты моя мама? Ты не моя мама случайно? Ой, все, мы опять куда-то пойдем. Какая холосая тетя, меня ведь таскает, не то что та. Меня выгнала из садика и бросила одного. Там было холодно, ой, как вспомню, это ужасно было. А это все такое? Я хочу на такой штучке покататься, как та девочка. Ой, спасибо. Ой, я упал. Мне так нравилось, и я упал. Поставь мне, пожалуйста, обратно. Ой, спасибо. Клёво-то как! Вот это мне нравится спокойно. Туда-сюда, туда-сюда, ветерочек по голове мне. Ой, мне так нравится, я балдею. Спасибо тебе, тетя. Может, это моя мама? Может, это все-таки моя мама? Она такая добрая. Наверное, это точно моя мама. Слушайте, девочка, тетя или как, я не знаю. А вы моя мама? Ой. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Куда тетя пропала? Она столько что тут стояла. Что это такое? Где моя мама? Да что такое-то происходит? Куда все деваются? Я не понимаю. Почему я опять один? Опять меня бросили.
Я не хочу, я за 2 часа катаюсь на этой катере. Снимите меня, спасибо, тетя. Я уже устал тут кататься, только не выноси меня, пожалуйста, на улицу. Там страшно и холодно. Ой, какая тетя красивая в черном с усками. Тетя такая смешная. Фу, опять я закатался за 2 часа, тетя. Забери меня, пожалуйста, не хочу кататься. Пожалуйста, не хочу больше кататься, у меня за голова кружится. Спасибо, тетя, ты такая добрая. Спасибо тебе. Ой, ты такая смешная. У тебя цветочек такой. А что ты делаешь? А что так секотно? Что так секотно мне? Ой, что ты там делаешь? Ой, там каки мои, да? Ой, фу, как я напукал тебе. Ой, какая холосая тетя. Она мне сейчас меняет эту одежду. Она очень воняет. И там очень мокро. Ой, а теперь сухо. О, тетя, ты волшебница какая-то. Теперь я не чувствую этот ужасный запах своих какасок. Теперь пахнет вкусненько. Спасибо. Куда ты меня несешь? Ой, поиграться что ли? Нет, а куда ты меня несешь? Так, а что тут у нас такое? У меня что-то болит животик. Может тут как-то мне могут помочь? Так, какая-то страшная... Странная каска какая-то. Ну ладно, буду кусать. Если тетя сказала, значит... Значит, она знает, что делать. Вкусненько, Биля. Спасибо, тетенька. Ты мне нравишься, ты холосая. У меня за животик не болит, ты такая заботливая. Классно. У меня теперь и штанишка поменяла, и животик не болит. Вот он меня опять тащит. Все время куда-то меня носит. Тебе не тяжело, тетя, меня носить? Так. Так, куда мы пришли? Так, посадил опять. Опять кормит. Мне нравится эта тетя, она меня постоянно кормит. Я люблю кусать. Это вкусно. Ой, это вкуснее, чем в той комнатке, что мы ели до этого. Спасибо тебе, тетя, я уже наелся. Теперь пить хочу. Есть у тебя все попить? Ой, спасибочки. Ой, как нехорошо. Она меня гладит. Ой. Спасибо тебе, тетя. Ой, а что ты меня поешь? Хочу пить. Так, а где моя бутылочка? Я хочу пить. Ну ладно. Твой лаз попью. Ой, тетя, ты мне очень нравишься. Ты такая заботливая, такая холосая. Может, ты моя мама? Нет? Ну, давай ты будешь моей мамой. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Очень холосая тетя. Ну, почему ты говоришь, что она не моя мама? Ну, почему так всегда? Ой, что такое? Ты меня купать будешь? Ух ты, бульбовки, как клёво. Мне нравится. Спасибо тебе, тетенька. Спасибо тебе. Спасибо тебе большое. Большое-пребольшое. Я очень счастлив, что ты меня нашла. А не эти рызые плохие тетки, которые постоянно меня куда-то засовывают. То на улице, то в качель 2 часа кататься. Ой, как мне повезло, что я тебя встретил. Я тебя так люблю. Ты такая холосая. Ты самая холосая мама, которую я видел. У тебя такие глаза красивые. Ой, ты меня так качаешь, холосо. Спасибо тебе огромное. Ой, куда ты меня ведешь? О, я уже катался в таких сумочках. Нет, только не на улицу, я боюсь. Я боюсь, что меня там оставят. Я не хочу, мне не понравилось плоский лаз, как это было. Только не оставляй меня, пожалуйста, тетя. Пожалуйста, не оставляй меня. Так, тетя меня куда-то несет. Ну ладно, что тут делать? Так, куда ты несет? А что тут такое? Ой, тут ты не упади только, пожалуйста. Что это такое? А, ух ты, как прикольно, это горка, я на ней ехал почти. Здорово, мне понравилось. Спасибо тебе, тетя, ты со мной погуляла и теперь назад несешь. Ты самая лучшая тетя на свете. Тетя, можно я тебя буду называть мамой? Ты очень холосая, я тебя очень люблю. Сейчас я очень хочу спать. Спокойной ночи, моя дорогая мамочка. Пока. Ну что ж, ребята, вот так вот мой малыш провел один день в ясельках. Он нашел свою новую маму, заботливую, и теперь он счастлив. Спасибо, что смотрели. Всем пока.